Так, здесь в этом видео я хочу показать, как у меня сделано сцепление. Вот двигатель ВД-25, но здесь темно, хорошо. Двигатель ВД-25. Так вот сцепление, оно есть в моих видео раньше там смотреть. Вот ВД-25 двигатель с электростартером. Вот стартер. А вот этот колокол для него. И вот тут маховик. Маховик вот идет. И как я креплю вот шкивы для движения, для привода в движение, коробку передач. И, соответственно, дальше через кардан на мост. Вот я заранее заказываю токаря. Сейчас покажу. Вот сам маховик, он стоял здесь на ВД-25 моторе. Его здесь стояла изначально вот эта вот штуковина вместо этой балабашки. То есть это привод на генератор. Здесь резиновая муфта стояла, и на самом генераторе тоже такая же самая крестовинка, и они зацепления заходили, и было вращение. Привод генератора. Вот этот привод я убираю, а сюда вставляю вот такую вот заготовку. Вот, у меня их много. Я только сразу заказываю несколько штук, чтобы не ездить 100 раз вот, на ремзаводах. Итак, берем вот такую вот штуку. И здесь вот посадочное гнездо под эту вот, под этот привод сделано. И это шкивы, они точно по размеру сделаны. Это выбрасываешь, а это вставляешь в это седло. Протачиваем 4 отверстия. И зажимаем болтами. Вот, болтами зажимаем. И она уже никуда не денется. Но для перестраховки я беру еще чуть-чуть, провариваю легонько. Провариваю вот по этому месту соединение. Это чугун, это железо, но варится нормально. И ставлю уже потом на место. Затягивается еще болтом. Вот зажали мы 4 болта. Поставили, зажали крепко. Здесь кладем отверстие. Так, дырка сделана больше за гайку. Соответственно, чтобы можно было это дело все сюда ключом зажать. Ключ на 40 или что такое. Так, шкивы делаю я по размеру 8 сантиметров диаметр. 2 ручья Б проводные, и 3-й ручей, лишний ручей А на генератор, или, допустим, же на привод насоса масляного. Это уже по усмотрению хозяина, что он захочет туда поставить. Так, сейчас там осталось только проварить это посадочное, чтобы его никаким образом не оторвало. Так, начинаем варить. Thank you.
помню, что еще до нас ходили, что казали. Да. Вот типа так. Типа так. Налепили, налепили. И можно ставить. Так осталось вырезать вот эти вот две штуковины. Эту и эту. Эту и эту, чтобы ремни шли вниз. Так, вот у нас уже установлен маховик и шкил. Сюда ремни вниз будут идти. Вот типа так. Ремень будет идти вниз шкиву главному приводному. Стартер еще присутствует.